Спасибо, Маша. Ну, обращайте еще. Сейчас мы можем зайти в вагон к ансамблю духовной музыки. У них отличные отношения с выпускниками. Есть даже совместные проекты. Они исполняют разные произведения, как в эстрадном жанре, так и в классическом. С солистами пообщаешься. Пошли? Здорово, пойдем. Дорогие друзья, мы просим соблюдать в зале тишину. Микрофоны отключены.